Приветствую вас, Екатерина. Нам для работы с вами, по крайней мере, успешной работы с вами, нужно, скажем так, ваш запрос. Запрос. Нужен запрос. Что вы хотите в себе поменять? И мне кажется, что вот именно если мы говорим о запросах, то его у вас сейчас нет. И нет его у вас сейчас не случайно. Потому что как может быть? У вас запрос, если вы, ну, во-первых, живете с родителями, то есть очень часто и много чувствуете себя дочерью, а не взрослым человеком, да. Это первое. Второе. Визуализация и стремление к, ну, к визуализированию на мой взгляд, ну, связано с, знаете, каким-то таким непринятием себя, непринятием своих желаний. Непринятием внешним миром, возможно. Вот. То есть это какая-то такая, знаете, попытка убежать куда-то. Попытка убежать внешнего мира в мир, ну, в мир грёз. Соответственно, у этого определённо есть свои причины. Тут вот нужно поисследовать. Этот момент. На мой взгляд. То есть, почему вы уходите в вот ну, в мир иллюзий. Почему для вас это так важно? Следующий момент. Это ваши, я так полагаю, представления о
об успехе. О том, как вы видите успех. О том, как он вам представляется. Я имею в виду ваш успех. Ну и так далее. То есть это все очень важно. Потому что успех, по большому счету, то, что видится через призму социальной оценки, это успех — это то, что видится через призму через призму других людей, через призму взгляда других людей. Вот. И вы именно так воспринимаете на данный момент успех. Это вам тяжело. То есть успех — это не то, что вам хочется. Успех — это не то, чему вы стремитесь. Не то, что вам дорого, важно и прочее. А успех — это то, что вот оценивают другие люди. И вот, соответственно, это тоже требуется корректировать. Дальше. Вы пишете, что мечтали, что приезжаем на работу, на красной машине, у меня свой кабинет, потом домой, своя квартира, у меня ждет бесплатно, вот. Главное понять, что для вас это означало. Главное понять, что для вас это значит. Чем для вас так важно, чтобы вы приезжали именно на красный машин. Но ведь с чем-то же для вас это важно, да? Почему-то вы этого хотите? Чего-то вы хотите? Ну, так или иначе, это нужно выйти. Дальше идем
Так, значит, наш кабинет, так, вы хотите чувствовать себя значимым, очевидно. Вот раз я поняла, что водитель не нравится, я не буду знать, интеллектуальный предмет, да и должность у меня такая, чтобы что-то достичь. Ну, опять же, есть у меня такие вот подозрения, что вы себя как-то занижаете. Вот. Есть у меня такие обесцениваются. Да. А обесценить? Обесценивать, точнее, себя вы можете, только при условии повторения этой позиции, при условии повторения этих мыслей, вот, от ваших родителей. С обесцениванием нужно работать. Сейчас на работе проблемы, я подумаю уходить. Ну, какие проблемы, почему уходить? Очень страшно, потому что тут же зарплата неплохая, но если уйду, придется начинать с нуля. Вы боитесь начинать с нуля, потому что нет чего-то важного для вас. Как представлю себе 33-летнюю женщину, стоящую на остановке, едущую на автобусе, на работу, стереотип, и просто-напросто шаблон мышления. Я понимаю, ты виновата сама, нужно было не мечтать, чтобы ставить цели, но нужно, чтобы это было что-то важное. Если вы себя не чувствуете, важного нет, потому и цели не ставили. За это вы себя обвиняете. Для чего вы себя обвиняете и что вы получаете в результате обвинения, тоже нужно преследовать. Откладывать через оплату, через детские, возможно, эти хобби, чтобы было как была какая-то отдушина. Да, но все это можно было сделать, если для вас это важно, для вас это не важно. Просто сейчас я думаю о том, что у меня 33 живых родителей, у меня 20 кредитов, и как-то на конфликте, у меня 33. Опять, нужно что-то важное для вас, нужно все, чтобы вас вставляло, вставляло, что-то, этого нет, соответственно, ничего нет, мотивации, этого нет. Возможно, можно было бы надеяться выйти замуж, но это тоже как слушать. Да, опять же, здесь для чего там вынесло, да, вам задали. То есть там вы очень банальны. И не слышите, не слышите мастодон. Я не понимаю, я все понимаю, не инфантильно, не готовы. По-моему, в некоторой степени стоило бы быть. А все наша жизнь не требует труда, но ну, как-то не сил. Она все уходит в на борьбу с тем или с тем. Бардак жить так в доме, в голове жить. Блин, с этим мне нужно поработать. Стало очень нервно, из-за чего сейчас попрываюсь, из-за чего плачу, из-за чего. Вам себя жаль, как вы относитесь, потому что вам туда сильно проблемы со здоровьем, у нас физика успокоительно не помогает. Какие именно проблемы? Только работаю, если знаю, что надо не быть беспокоиться, пока сидите, но это такое ощущение, что вы повторяете вот позицию своих родителей. Вот. Все равно не видел дальнейших перспектив. Опять же, чтобы были перспективы, нужно, чтобы было все дальше. У вас нет этого вашего. А сколько времени добраться? Я один здесь обвинение идет. Обидно, что к 30 я ничего не добрала. Какие у вас ожидания непосредственно? Давайте все-таки подумаем на эту тему. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи.